Скоро у староскольских аграриев начнется жаркая страда. Предстоит убрать больше 26 тысяч гектаров ранних зерновых. Виды на урожай в этом году нерадужные. На 20-25% меньше, чем в прошлом. Сказывается недостаток влаги в июне, в момент цветения и налива зерна. В 2017 году урожайность озимой пшеницы составила 50 центнеров с гектара. Прогноз предстоящей уборной – около 40 центнеров. Уборка ранних зерновых начнется в середине июля.